Еще один момент, который вы увидите, наверное, в спектакле, связан с историей Аркадия Григорьева. Тоже исходя просто из разговора, наверное, так. Мы договорились с артистами, что у них медовый месяц. Просто мы исходили из того, что Тригорин совершает поступок, все, приезжая в это имение. После всего, что он натворил. Совершает очень внятный поступок мужской. Когда он приходит, он говорит, там такая дурацкая Борис Алексеевич, пил журнал, так много рассказывал. Какое-то дурацкое извинение. А Борис Алексеевич говорит фразу очень внятную. Ирина Николаевна сказала, что вы не сердитесь, так как там забыли прошлое. И трепет тоже преодолевает в себе, прекрасно разговаривает, как два писателя, как коллеги. Но вопрос просто, а почему, как, за счет чего, что дает эту энергию вот этого преодоления? И энергию преодоления может дать в этой ситуации только, как нам казалось, желание этого человека быть с этой женщиной в тот момент, когда ей тяжело, и у нее в доме беда. Готовность приехать в эту секунду и быть с ней рядом. Ведь он приезжает, чтобы поддержать ее. Совершенно очевидно. Она приезжает из Харькова и, видимо, просит, дает ему телеграмму и просит его приехать сюда, в это имение. И он приезжает. И она встречает, едет, встречает его на вокзал. И нам казалось, что это говорит о каких-то очень в этот момент чувственных нежных отношениях, которые вполне психологически обоснованы между мужчиной и женщиной, которые как бы возвращаются друг к другу после всего, что было. После всего, что было. Снова вспоминался Матч-Пой. Вот некая такая история, которую мы попытались преобразовать в спектакль, который потом все равно, вы увидите, отошел существенно от излишнего быта, хотя одновременно и погрузился максимально в быт, потому что то, что вы увидите, растворилось. Мы попытались сделать эту историю как историю фактически новодрамовскую. Абсолютно бытовую социальную историю с наслоением каких-то смыслов. Но мы договорились с артистами, что мы работаем себя. Что Костя Хабенский, это и есть Григорий, что Зудин, это и есть Аркадин, и так далее. Что мы все глядимся в этот текст, как в зеркало. И пытаемся узнать в нем себя, потому что история, как нам показалось, нам просто понравилась. Вот. И еще последнее, что я вам хочу сказать, что мне кажется, что эта пьеса, это мое личное мнение, это уже каждый год, не про талант, не талантное. Мы не решали вопрос о том, кто талант и не талант. Все субъективные вещи. В конечном счете мы договорились о том, что это история про категории успеха и неуспеха. Потому что все персонажи говорят все время о славе и успехе. Нина говорит о том, что потребовал бы славу, настоящую шумную славу. Говорят не о самовыражении, конечно же. Они заточены под успех. И об оппозиции столицы и провинции. Провинции как какого-то такого пространства, которое не дает. Ну, той провинции, которая выписана в Чехии. С которой люди хотят вырваться. То пространство, которое дает возможности, и возможности самореализации, но то пространство, которое пожирает людей, перемалывает их определенным образом и требует от них взамен каких-то человеческих.
Вот, если у вас есть вопросы, задавайте, если нет, то я вас благодарю за внимание. Да. Вот вы так очень хорошо, Константин Юрьевич, разобрали, в принципе, мне нравится, потому что это позволяет дружить со своим персонажем. То есть ваш разбор очень такой емкий, полный, и его сразу чувствуешь, и хочется дружить вместе со своим персонажем, его сыграть. Но у меня такой риторический вопрос, своеобразный, может быть. Как вы ответите на вопрос Антона Павловича в данном случае? Я вообще-то написал, как говорится, комедию. Вы посмотрите спектакль. Ну это я понимаю, Но сейчас вот по разбору, судя по... Я понимаю, что это психологическая комедия, драма. Под заголовки. Нет, я вам скажу, что это у меня комедия. Нет, там просто, во-первых, масса смешного и ироничного. Мне кажется, что комедия – это некий, в принципе, обозначение... Это пьеса про человеческие отношения, которые так или иначе комедийны всегда Чехова. Вот я в этих отношениях, я очень люблю, почему я с ним вспоминаю «Матчпоинт», я очень люблю Вуди Аллена. И сквозь все у Вуди Аллена есть такая очень ироническая, как и у Чехова, есть очень ироническая интонация по отношению к человеку, к человеческим отношениям, психике, мотивациям и прочему. И я бы сказал, что комедия под заголовком «Чайка» — это не жанровое определение. Это все равно, что он написал истории из жизни. Просто истории из жизни. Но он написал комедию. Комедия как отношение его к даже драматическим отношениям, да, которые есть, даже драматическим ситуациям, которые есть. Потому что мне кажется, Чехов крайне саркастичен. Это вот да. Я вам могу сказать, что по отношению, в принципе, ко всем людям. И ко всем даже драме. И к смерти очень саркастично. Как бы немножко сверху на это смотрит. Иронично.